Приветствую, братва, с вами Сникки Джо. Как часто у вас бывала ситуация, в которой вы смотрите любимого стримера, и внезапно он говорит или делает что-то, что вам очень сильно понравилось, и вы бы хотели сохранить это для себя? Пересматривать запись и искать нужный момент для вырезки будет не очень удобно. И есть решение для этой проблемы. Расширение для браузера Chrome Place TV. По сути, оно доступно для любого браузера на движке Chromium. Я, как вы видите, использую Vivaldi, и оно у меня прекрасно работает. Это расширение позволяет вам сохранить до 50 секунд видео со стрима, от 20 до 50 секунд. Работает оно довольно просто. Когда вы начинаете смотреть стрим, расширение запоминает момент стрима, в котором он начинается. Когда вы видите что-то, что вы хотите себе сохранить, вот, например, сейчас Крайоник мудохает вот эту женщину. Замечательный процесс, и я хочу в будущем посмотреть это еще разок. Я нажимаю на кнопочку Save. И расширение делает за нас всю работу. Сейчас мы переходим на сайт Place TV. И здесь мы сможем отредактировать это видео, то есть обрезать его в начале и обрезать его в конце. Чтобы длительность была именно такая, которая нам нужна, чтобы мы видели исключительно интересующий нас момент. После этого вы сможете скачать это видео после того, как оно закончит процессинг. И вы также сможете поделиться им прямо с этого сайта с кем угодно. Теперь давайте я покажу вам, как вы можете скачать это видео. Допустим, вот эту запись мы сохранили, она нас всем устраивает. Мы переходим на страницу этой записи и выбираем качество, в котором мы хотим скачать эту запись. После этого мы нажимаем правой кнопкой мыши на вот этой вот, на этом проигрывателе и нажимаем на кнопку Inspect. Вот здесь нас интересует одна строка, которая заканчивается на MP4. Вот это, как мы можем видеть, ссылка. Нас интересует именно она. Мы выделяем ее двойным щелчком и копируем. Вот, после этого мы закрываем и вставляем ее в адресную строку браузера. Удаляем два слэша в начале этой строки. И после этого мы имеем готовый к скачиванию MP4 файл. Нажимаем на нем правой кнопкой мыши и нажимаем Save Video As. Ваш браузер может сразу предложить вам скачать этот файл. И в принципе все у вас будет хорошо. Пожалуй, это все, что я хотел вам показать, ребята. Всем пока, всем удачи. С вами был Сникки Джо. И если вам понравилось это видео, выполняйте эту рутину. Какая красота!